Здравствуйте, в эфире программа «Вести» и «Хакасия. События недели». В студии Алексей Гончаренко. Сегодня в нашем выпуске пойдет речь о том, что сегодня волнует, пожалуй, каждого россиянина, несмотря на то, что события развиваются не в российском государстве. Разговор об Украине. Сегодня в нашей студии представители трех политических партий. Татьяна Сергеевна Ежова, член политсовета регионального отделения партии «Справедливая Россия». Игорь Сергеевич Мамонтов, первый заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия». Валентин Олегович Коновалов, второй секретарь Абаканской городской организации Коммунистической партии Российской Федерации. Виктор Яковлевич Беккер, историк Института истории и права Хакасского госуниверситета. Сразу оговорюсь, пусть простят меня те, кто приверженцы новой грамматической формы, принимающие за правило говорить в Украине. Я, как рожденный в СССР, буду говорить на Украине, тем более, что допускаются обе нормы. Мы же не произносим в Сахалине, в Камчатке, в Курилах, в Кубе или в Гавайских островах. Первый вопрос. На этой неделе в Хакасии зашла речь о помощи братскому народу. Хакасия, по сути, капля в море. Вот. И на таком большом расстоянии находится Украина. Вот что мы можем сделать? И, возможно, этот вопрос обсуждался, возможно, даже в региональных отделениях партии, либо вообще в партии. Вот. Что можете сказать, Татьяна Сергеевна? Знаете, Леша, дело в том, что мы не капля. Мы часть огромной и великой территории, на которой живут масса граждан разных национальностей. И ведь, в принципе, мы научились жить мирно до некоторых моментов. Вот. И поэтому я считаю, что то, что произошло, это, конечно, не только разговора стоит, правильно, а конкретной помощи и какого-то гражданского, да, шага, и очень конкретного. Поэтому, если мы сегодня здесь встретились, я думаю, мы не будем выяснять тут партийные отношения. Наша задача, чтобы все мы были единым целым в помощи вот нашей, одной из величайших территорий нашей страны и величайшего народа. И не делить их на хохлов, жидов и татар, и русских. Правильно? Я ответила на ваш вопрос. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Игорь Сергеевич, может, вы что вот в партии обсуждается вообще эта тема? Вот, ну, кроме того, что было принято решение помочь, может быть, уже какие-то шаги сделаны? Ну, после расширенного заседания, в котором присутствовали различные общественные организации и партии, ну и само правительство, сразу же после этого, соответственно, было заявлено о проведении митинга, который, как все знают, на 17 число в Хакасии, в Абакане будет проходить. Конечно же, у нас в каждом местном отделении идет обсуждение. Мы поддержали на своем сайте и поддерживаем, и будем поддерживать наш братский народ Украины. В большей степени, наверное, будем внимание Крыму уделять. Соответственно, ну, конечно, будет сбор средств, то есть фонд правительства открыло. Мы у себя на сайте тоже об этом пишем, призываем. Ну и свою однодневную получку, конечно, перечислим, но это, конечно, капля не капля, но тут вопрос может быть не только в этом, а в том, что 83 капли соберется, будет уже как бы будет море, да, и это во-первых. Во-вторых, возможно, наверное, главнее все-таки вот само наше отношение, наша позиция, наша консолидированная позиция, как-то. Наше неравнодушие, я так понимаю. Да, да, да. Валентин Олегович, у вас там еще, кроме того, у вас еще, я не знаю, это не отделение, наверное, да? Там существует независимая коммунистическая партия, но, естественно, она нам близка по духу, она союзная нам, и у нас очень близкие контакты, мы входим в единое, так сказать, объединение КПСС на постсоветском пространстве, такая есть, это, ну, как бы лицо объединения пары партий коммунистических. И надо сказать, что мы с самого начала событий следим, как они там разворачивались еще с ноября, и, в общем-то, мы сделали политическое заявление еще 23 февраля по событиям на Украине, то есть, в общем-то, уже тогда было видно, что вот эта вот борьба олигархических кланов, она отчасти привела к власти вот эти нацистские бандеровские орды. Надо отметить, что вот наше неравнодушие действительно, наши какие-то даже политические заявления и наша, может быть, даже материальная помощь, она нужна. Люди сегодня на Украине, причем не только в юго-восточных областях, они все-таки следят за Россией и ждут от нее какой-то поддержки и помощи. И это вот чувствуется в разговорах с родственниками, со знакомыми.
Но мне кажется, что мы четко должны не понимать, что в первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы там не пострадали простые люди, чтобы не пострадали украинцы, наш братский народ. Вот в этой борьбе олигархических кланов. Виктор Яковлевич, вот по-разному оценивают вот эту ситуацию на Украине. Кто-то ее называет там государственным переворотом или военным, кто-то называет революцией. Все-таки вот это что с точки зрения юридической основы? Ну, тут можно по-разному подойти к этому вопросу. Я-то думаю, что мне задают вопрос вот, о необходимости и о характере помощи Украине. Но постараюсь очень быстро и на то, и другое. Ведь, конечно, помогать надо, но вот характер помощи Украине, мы сейчас, я, например, затрудняюсь сказать, какой, потому что ну, вооруженный человек тот, кто информирован. Мы изначально со стороны главы государства не информированы. Потому что до сих пор нет заявления нашего руководства, официального заявления о положении на Украине и о том, что нам нужно делать. Выступления президента до сих пор нет. Но, тем не менее, с точки зрения моральной, материальной, конечно, этому народу, этой республике помочь необходимо, даже просто исходя из принципов человеколюбия. Это одна сторона. Вторая сторона. Это, конечно, что касается событий на Украине, вот начиная с осени и вот заканчивая сегодняшними днями. Это, с одной стороны, может быть, в какой-то степени революция, но в большей степени это, в общем-то, переворот. Переворот, организованный не слишком, наверное, адекватными и умными действиями и Запада, и, к сожалению, нашей страны. Разница какая между государственным переворотом и революцией? Любой ученый скажет, что переворот – это событие, это передача власти, захват власти кучкой заговорщиков, хунтой. А революция – это участие широких народных масс и при поддержке вот именно самых обездоленных и самых, так сказать, лишенных определенной степени материальных благ во имя лучшего будущего. Вот. Если вы разрешите, я дополню, как бы, ну вот с точки зрения коммунистической партии, с марксистской точки зрения, мы однозначно воспринимаем это как переворот, потому что революция, по нашему мнению, это смена общественно-политической формации. Да? Вот у нас в октябре была революция, мы сменили буржуазный строй на социалистический. И здесь же строй не меняется, то есть Украина как жила при капитализме, так она и продолжает при нем жить. Просто сменились элиты, одни олигархи сменили других, и вот сыграл вот этот вот фактор нацистов, да, то есть сторонников Бандеры, да. Петлюры. Вы знаете, я не согласна с этим. Немножко не согласна. Дело-то в том, что вот если мы говорим, что начали борьбу бандеровцы, вот, или недовольные люди. Наверное, вот доля... Были недовольные люди, это однозначно. Но извините меня, недовольный человек, если вышел на Майдан, ему надо организовать вокруг себя огромное общество, которое бы, извините, кричало «долой, долой, долой». Но у нас вот в нашей партии есть другое мнение. Вот Сергей Михайлович Миронов, руководитель партии, я не в противовес вам, не поймите. Он сказал о том, что вот эта последняя газета, буквально за полтора часа до нашей записи, взяла ее Миронов. Причина кризиса на Украине – война местных миллиардеров и миллионеров. Ну, вот о чем говорится. Да. Борьба олигархических кланов. Да. Но то, что было действительно там недовольство людей, то, что политика Януковича буржуазная, и это была политика в пользу олигархов, она, естественно, не устраивала большинство населения Украины. А вы знаете, почему она не устраивала? Прекрасно знаете. Бюджет нулевой. Сколько мы миллиардов Украина туда банкрот. Замострячили? 14? 15 хотели, да. Мы да? хотели дать, там был транш, да. Насколько я знаю, да, у меня цифра 14. Почему? Бюджет рваный, пенсии практически не выплачиваются, социальных льгот нет. Верно? Но тем не менее там насколько мне известно, и на этом фоне это и создалось. Но чтобы бюджетеровцы вышли на площадь, извините, и сбросили памятник советскому воину, да, что нужно? Извините, карманы им набить.
Это естественно. Их организовали, их финансировали. Я бы хотел уточнить, там по примерным подсчетам, да, тысяча где-то наших родственников, тех, кто здесь живет у нас в Хакасии, да, примерно тысячи человек там сейчас живет. Вот многие хотят приехать сюда. Сейчас уже пошла информация, что отбирают паспорта в аэропортах, то есть запрещают выезд там и так далее. Татьяна Сергеевна, может быть, вот, ну, по линии партии что-то, чтобы упростить вот приезд сюда, или что тут какая-то инициатива нужна вообще? Нужна. Хороший вопрос вы задали, Леш. Дело в том, что Сергей Михайлович Миронов, вот, руководитель нашей партии, он один из первых депутатов Государственной Думы, вы знаете об этом, побывал на Украине. Он проанализировал обстановку и понял, что это уже законодательная инициатива в Думе, чтобы людей, которые приезжают с Украины как мигранты, не принимали как мигрантов, а чтобы они въезжали по упрощенной схеме. Я ситуацию для себя проанализировал. Если я прочитал закон о миграции, вы, наверное, все его читали, да? Ну, хочется слово дурацкий, ну, извините за сленг, произнести. Непродуманный. Почему из бывших союзных республик могут заезжать на территорию России без всяких миграционных документов? 90 дней обязаны отмечаться. По моим последним данным, ну, данным того года, у нас в Хакасии 900 человек регулярно мигрантов отмечается. Почему украинцы должны, извините, побегать кучу инстанций, чтобы приехать в Россию? Поэтому мы внесли такую законодательную инициативу, мигранты, вот этот миграционный закон, как-то упростить в сторону понимания граждан из Украины. Нормально? И еще я бы хотел узнать, вот информация, у всех у нас информация, то, только то, что мы получаем из СМИ, или, может быть, есть знакомые, родственники там, на Украине, или, может быть, где-то в европейских странах. И, может быть, приходилось созваниваться и от них получать какую-то информацию, что там вообще происходит, и страшно, говорят, ходить по улицам. Могу сказать, из последних, так сказать, контактов, общался с знакомой нашей женой общей, и у нее там бывший муж, и вот она с ним созванивалась. Он, самое интересное, вот когда был первый Майдан, он поддерживал тогда, ну, так сказать, вот этот оранжевый либеральный курс. Еще, ну, когда Ющенко приходил к власти, так скажем. Он, так сказать, был таким фанатом Кличко. И, в общем-то, он как кардинально поменял сегодня свои позиции. И вот к тем людям, которые сейчас заняли власть в Раде, то есть отношение однозначно отрицательное. То есть, ну, причем там на уровне таких нецензурных слов. Ага, Игорь Сергеевич, у вас тоже знакомые созванивались? У меня довольно много там. Вообще Украина для меня это что-то такое светлое, молодое. Я там учился 3 года в военном училище. Это для меня там и любовь, и романтика там, да, военная. Моя тетка родная в Одессе. То есть, ну, разговаривая с ней, я как бы вижу то же самое, что по телевизору говорят, в общем-то, как бы ничего нового она мне не рассказала. А вот ребята, которые остались в Каменец-Подольском, Хмельницкая область, она считается вроде как западная, а настроение там, в общем-то, и больше восточное. То есть вот там вот такая она... Она восточная, она ближе к востоку, географически однозначно. Но вот там тихий городок Каменец-Подольский, он небольшой, меньше немножко даже Абакана, чуть-чуть. Они в шоке, просто вот у меня девушка моя бывшая, да, она говорит, я бы туда вот поехала бы сама, мне муж, говорит, не пускает на Майдан, говорит, ребятам нашим, ну, помогает там помощь, она медик, помощь оказывает. То есть нормальные, простые люди, которым, ну, политика как таковая, которым власть не нужна, то есть они нормально общаются, за редким исключением. Еще одна девушка, вот она моя одноклассница, она в Ровно проживает. Вот так, мне с ней уже неприятно разговаривать. Просто. То есть, она за Майдан, националистка такая, да, вот. Она прямо вот со мной разговаривает, а у нее прямо вот сквозит. Самое, наверное, отвратительное, что если люди борются за справедливость, они борются не за справедливость как таковую, а против кого-то. То есть вот, ну, то, что называется национализм. Вот это, наверное, и отталкивает, я так понимаю. Поэтому очень жалко, что люди заблуждаются просто вот. Я еще почему говорю об этом, то, что есть знакомый, нет, вот, и у меня информация, знакомый тоже в Италии, то есть до такой степени там такая пропаганда идет, что там даже боятся, не знаю, есть у вас информация, нет, пугают людей, ну, причем на полном серьезе, что туда могут войти танки, они очень боятся действий России. Я не знаю, мне кажется, это какой-то бред. Вопрос в том, что одну и ту же информацию, ситуация одна и та же. Здесь показывают там, здесь мы показываем так, что мы правы, наши действия легитимные и законные. Каким образом оправдывает свои действия Запад там? Чем там можно их оправдать?
Запад... Может, у них есть какие-то законные основания на это? Ну, каждая своя правда, наверное. Самое главное, что сейчас средства массовой информации на Западе резко негативно освещают события и действия России на современном этапе. Ну, и у них на то есть основания, поскольку что можно сказать? Начиная с решения Совета Федерации о разрешении, о даче разрешения или неразрешении Путину вести войска на Украину, это подтолкнуло вот на такую оголтелую пропагандистскую кампанию на Западе в средствах массовой информации. Вот. Ну и, честно говоря, меня очень удивило, когда я смотрел это заседание Совета Федерации, мне было просто как-то неудобно смотреть на выступления наших сенаторов. Это безликие какие-то личности, сильно похожие на бывших обкомов и секретарей, которые по бумажке читали, не поднимая глаз. Не нашлось ни одного, не нашлось человека трезвого, который бы сказал, что у него есть какие-то сомнения. Вы обратили внимание? Одобряем с полностью, и все. Ну, а что может сказать обыватель на Западе, когда все это посмотрит? То есть мы не всегда тоже грамотно действовали в этом плане. Поэтому в этом плане у каждого, конечно, своя правда. Вот, но и с другой стороны, мы, наверное, не совсем правильно действовали. Это сказать не мне, конечно, решать, но у меня просто высказываю свое мнение. Наверное, если бы Янукович подписал с ЕС соглашение, и потом бы у нас был бы шанс очень четко свои позиции отыграть. А вот то, что он этого не сделал, вот это поднялась вся эта буча, и националистические элементы, и эта бендеровская муть поднялась. И, то есть в этом плане действительно у каждого своя правда, каждый отстаивает свои позиции, и каждый по-своему прав. Я вот если говорю как историк, то, конечно, вести наши войска это будет крайне опрометчиво. И у нас будут такие сложности, которые нам и не снились, как историк, как человек. Я думаю, вот такой удобный момент оттяпать назад Крым, который в 54-м году Хрущев отдал, это как человек. Но это невозможно. Никита Сергеевич, не росчерком отдал Крым республике, верно? Это стратегическая территория. Наш сенат, я как бы в пику вам не нужно скажу, они безликие и так далее. Тем не менее, это был выходной, они за полтора часа собрались и кворум собрали. Может быть, кто-то где-то там немножко был там не готов или вот так далее. Вот это я говорю, что это спешка. Понимаете? Это спешка. Это не спешка. Вот в спешке порой на Украине принимаются какие-то моменты, потому что я когда там был, 92-й год, когда Украина отсоединялась от России, вот я там учился в военном училище. Вот там была спешка со стороны украинских властей, когда они тут же за один вечер покрасили в желто-блакитный флаг, чуть ли не урны, понимаете, но цветники точно и таблички точно, понимаете, и все сразу начали на своем языке разговаривать, все остальное прочее, мы там оказались якобы не нужны. Уехали мы оттуда с военного училища, 13 человек на 4-й курс в Тюмень, с Тюмени уехала на Украину учиться 14 человек. Зачем вот это все? Им надо было сразу быстро все свое. А вот наше государство, наше правительство, я считаю, ну, может, за какими-то там, не знаю, ошибками, но последовательно действует, то есть припугнули вооруженными силами. Будут водить, не будут водить, как бы не нам решать. Я тоже думаю, что, скорее всего, не будут. Но шаг-то сделали правильный и продуманный. И все остальные решения, они будут, я считаю, они будут взвешенные и продуманные. А сейчас, как бы, сходу заявления какие-то и так далее. Зачем? Не надо. Пускай все идет своим чередом, так, как оно должно быть. У нас до сих пор президент страны не выступил по этой ситуации. О чем это говорит? Это говорит о том, что нет концепции у нас никакой. Нет официальной позиции. Да, и нет официальной позиции. И поэтому, естественно, отсюда все эти наши шатания. И наши с вами вопросы и споры. Вот это самое главное. Вот Путин свою позицию, в принципе-то, выразил на пресс-конференции, которая была собрана на этой неделе. Обращения к нации не было. Это все. Я вот хотел продолжить такое событие. Виктора Яковлевича, потому что вот... Это не может быть, двух правд. Да, ну в том-то и дело. Но вот учитывая, что мы следили с самого начала, надо действительно отметить, что, в общем-то, Россия во многом проспала эту ситуацию. То есть, в общем-то, действительно, меры надо было предпринимать намного раньше. Их надо было предпринимать действительно, вот когда вот еще было подписание, не подписание, таможенный союз ЕС, то есть когда шли вот эти споры, Россия уже тогда должна была высказать свою однозначную позицию. И
когда начались события на Западе, когда там начали захватывать областные администрации, в Киеве в тот момент еще было более-менее спокойно. Но ведь Россия опять промолчала. Причем тут даже, вот хочу сказать, вот в том заявлении, которое мы сделали, мы обращались в первую очередь к Коммунистической партии Украины. И мы там прямо написали, что Коммунистическая партия Украины тоже проспала ситуацию. И вот на сегодняшний день мы пришли к тому, что вот порог вот этой войны, я тоже надеюсь, что ее не будет. И более того, я хочу сказать, что Коммунистическая партия такую войну не поддержит. Но вот это решение, очень запоздалое решение, да, что там разрешили, не разрешили. Конечно, действительно, ну, нужно было в Совете Федерации обсудить более тщательно этот вопрос. Но в какой-то мере оно, конечно, сыграло в поддержку юго-восточных областей Украины. Можно население почувствовало эту поддержку. Вот в ответ на это решение, я считаю, что чем меньше коммунисты Украины будут высовываться, тем лучше. Сейчас, если будут коммунисты Украины, и если мы будем, так сказать, призывать союзники Компартии Украины, то мы только себе навредим, и мы навредим Украине. Поэтому коммунисты должны сидеть, молчать тряпочку сейчас. Потому что они свое отыграли. Поэтому коммунистам лучше не высовываться. Как должна себя повести Россия, чтобы, скажем, и Запад не раздражать, но и свои интересы соблюсти? Как вот поступить? А кто это скажет вообще, Леша? И мы до сих пор здесь одну мысль не провели, хотя у всех она в головах. А Крым, если говорить конкретно о Крыме и то, что там происходит, это же мы все понимаем, стратегическая территория не только для нас, где наши заводы, где наши крейсеры, ракетоносцы стоят. Это стратегическая территория и для дяденек господ из Европы, из Америки, правильно? А завоевать Крым кому-то, учредить там свое господство, это значит, извините, контролировать половину земного шара. Извините меня за глобальность таких выводов, но ведь это так. Я могу ошибаться, я могу быть субъективен в этом плане. Я считаю, что действительно, я с вами согласен, нельзя вводить войска. Это заранее мы будем обречены на поражение. Я думаю, что раз Украина стремится, и она к этому идет, и нынешнее, так сказать, пребывание руководства, нового руководства Украины в Брюсселе об этом говорит, Украина рано или поздно, и Запад сейчас это еще будет инициировать, подпишет соглашение с ЕС. И это неизбежно, и, может быть, для нас это лучший вариант. Пусть подписывает. Потом ЕС Западу придется экономически Украину вытягивать. И а Запад, учитывая нынешнее положение, не вытянет Украину. И он будет долго, 4, 5, 10 лет он будет ее вытягивать. И Украина, тесно связанная экономическими узами с нами, она, конечно, все равно нам поклонится. И она обретет. И мы тогда сделаем все, что нам нужно, мирным путем. А вот что касается Севастополя и Крыма, здесь гораздо сложнее. Очень хочется вот эту территорию, исконно российскую, с нашим флотом вновь присоединить. Но это, к сожалению, невозможно. Единственный вариант, это тоже мое личное мнение, это, значит, Крым остается в составе Украины, может быть, на более широких автономных полномочиях. И все. И вопрос у меня следующий. Севастополь объявил о намерении, да, войти в состав Российской Федерации. Возможно, Крым проголосует за точно такой же вариант. Вот просто насколько это конституционно на Украине? И соответствует ли европейским нормам, да, каким-то? И как должна поступить Россия в этой ситуации? Вот они проголосуют. Мы готовы, значит, взять и Крым назад, и Севастополь экономически, морально. Чисто национальных моментов мы можем принять, да. Мы не готовы, и нет такого варианта, все это оформить юридически. Юридических моментов здесь никаких нет. Для того, чтобы вот это сделать, юридически все оформить, требуется, такое субъективное согласие Украины. Потому что Украину вы имеете в виду власти в Киеве? Да, власти в Киеве. Требуется согласие Украины на это. Но она, как мы понимаем, она этого согласия не даст. Вот если это придумают международники, дай бог, я не вижу этого. Татьяна Сергеевна, ваша, вы как считаете? Вы знаете, у меня чисто женское, эмоциональное к этому отношение, простите, пожалуйста. Вот, хотя и здравый смысл, конечно, имеется. Помните песню «Севастополь, Севастополь, гордость русских городов»? И стратегический объект.
И это история нашего флота, и часть огромной истории нашей армии, и наших побед, верно? То есть, правильно? Ваша позиция? Я хотел бы сразу сказать, что у нас есть нормы международного права. Есть два четких принципа. Право нации на самоопределение и принцип суверенности и целостности государства. Это марксистский принцип. Это международные принципы международного права, которые закреплены. Марксистское, конечно, да. Не спорьте, они были приняты действительно под давлением Советского Союза, но они являются частью системы международного права на сегодняшний момент. И я хочу отметить, что, в общем-то, во многих странах многим народам дали это право, да, то есть право нации на самоопределение. Но вот здесь я бы хотел, наверное, сказать больше даже свою позицию. Я был очень сильно удивлен вчера, когда в новостях услышал, что будет проводиться референдум в Крыму, в Севастополе о присоединении к России. Вот с моей личной точки зрения, конечно, я не такой великий эксперт там международной политики, но с моей точки зрения, вот та линия, которая велась изначально на отделение Крыма, да, или получение большей автономии, она действительно вот на данный момент она была куда более верной. То есть, ну, пусть народ Крыма проголосует. Оставаться ему в составе Украины или не в составе Украины. А уже примем мы его в Россию там или нет, это вопрос, ну, отдаленной перспективы. Потому что сейчас важен сам факт волеизъявления народа Крыма, свободного. А здесь, ну, да, даже у нас возникают сомнения, насколько, как бы, это решение пролоббировано Россией. Даже у нас, хотящих, чтобы, так сказать, вот весь Крым советский был мир был един. Даже у нас, извините, повторю ваши слова, даже у нас здесь сидящих, не являющихся экспертами, мы в том-то и дело, мы начали с одного, а закончили другим, мы пошли на какую-то критику, там, Путин не то сказал, там мне так показали, тут не то сделали, мы неправильно, мы должны все вместе, если мы тут не можем объединиться, как мы покажем Украине, Западу и Америке, что мы тут все, да, за Украину, что мы ее примем, как они нас напугаются, да, никак. То есть мы должны, наоборот, здесь все вместе поддержать Украину, объединиться вокруг нашего государства, вокруг Путина в этом вопросе. Если у вас как бы у вас есть несогласие с политикой там, государства и решениями, которые приняты. Но сегодня-то, сейчас мы должны вокруг нашего президента оказать ему доверие, объединиться и консолидированно хотя бы излагать свои мысли в пользу как бы, да, украинского народа, братского народа, которые просят у нас помощи, а мы им говорим, да, это невозможно. Я считаю, это неправильно. Спасибо. Я бы еще хотел, чтобы каждый из вас, время истекает, спрогнозировал, каким образом все-таки это, если есть какое-то мнение, каким образом дальше все-таки будут развиваться события и чем все это закончится. Потому что очень тревожно, честно говоря, я вот свое мнение скажу, с тревогой наблюдая за тем. Иногда даже просто не смотрю телевизор, чтобы не видеть всего этого. Просто жду каких-то сообщений, когда приняты какие-то решения. Как будет развиваться ситуация, чем все это закончится? Виктор Яковлевич. Я думаю, что руководство нашей страны приняло решение таковое, какое оно и есть, попугать, а потом решить этот вопрос чисто мирным дипломатическим путем. И я думаю, что это, наверное, самый правильный вариант будет. Но я думаю, что будет очень все это сложно, потому что ситуация, я имею в виду экономическая ситуация в стране, мягко говоря, далеко не наилучшая. У нас, вы сами все знаете, и рубль падает, и экономика практически уже на нуле. И в то же время меня тревожит, что и многих вот моих коллег тревожит, и нам это очень сильно не нравится, понимаете. Вот вы говорите о консолидации, правильно, я согласен с этим. Нам очень хочется вот того же самого, но одновременно, вот просто какое-то маниакальное стремление. Подавляется, никак не прекращается подавление оппозиции на Болотной. Эти суды идут, это что? Ну что такое-то, это какой-то пунтик, какой-то, я не знаю. Госдума давит и прямо сжирает сейчас московский комсомолец. И это идет, да. И вот подавление даже самой маленькой оппозиции, самого, сказать, элементарного инакомыслия, вот в это самое тяжелое время, да, сжирают просто-напросто дождь. Да это что такое? Мы никак не можем отойти от старого имперского мышления. Хотя мы все за то, о чем мы сейчас говорим, чтобы помочь Украине.
Татьяна Сергеевна, ваш прогноз. Я недолго, что меня удивило, забыла несколько об этом, что патриарх украинский, выступая перед народом православным, он сказал, что Путин обманывает. Притом все было подано без комментариев. Представляете, церковь даже на стороне вот этих противников легитимной власти. Но там церковь какая? Там не признана патриархат или русская православная церковь? Русская православная церковь на Украине сегодня выступила заявление. Вот в чем дело-то? Да, и поэтому, знаете, вот чувство тревоги, конечно, Леша, не уходит, потому что... И трудно предположить, что будет. Что будет. И на всем этом фоне амнистия Сердюкова. А вот это самое ужасное. Это ужасно просто. Да. Дяденька, который миллиарды стерлингов. Тяжело судить, но допускаю, что возможен какой-то югославский вариант в плане раскола. Мне кажется, самым мягким вариантом будет некий пересмотр Конституции Украины в пользу федерализации, да, какой-то более широкой автономии отдельных областей, как Запада, причем, так и Юго-Востока. Но, конечно, все может разворачиваться и по более жесткому сценарию. Действительно, тенденция к развалу, она есть, и он вполне реален, к сожалению, опять-таки. Потому что это гуманитарная катастрофа будет однозначно. А разваленная Украина никому не нужна. Ни Западу, ни нам. Эта проблема, головная боль будет для всех. Ну, самые трудные времена, вспомните, самые трудные. Русские сплачивались так, как никто, и побеждали. Давайте будем в это верить. На этой ноте, наверное, и закончим программу. Спасибо вам, что пришли. Я думаю, и в чем мы все едины, несмотря на, может быть, разные политические представительства, то, что надо помогать, надо быть как минимум добрее. Татьяна Сергеевна, вас и всех милых дам с весенним праздником, с Международным женским днем. Не считаю, что поздравления запоздавшие. Просто мы в эфир выходим на день позже, да и праздник только по календарю вроде как прошел, а на самом-то деле еще продолжается. А через неделю в Крыму референдум о статусе полуострова. О ситуации на Украине говорили сегодня гости нашей студии, представители трех политических партий. Историк Виктор Беккер и ведущий Алексей Гончаренко. Это была программа «Вести. Хакасия. События недели». Всего доброго.